20 октября 2024 года в городе Калининграде прошел заключительный этап международного кинофестиваля «Время в кадре», где кинолюбители из города Балтийска заняли призовые места в различных номинациях и в очередной раз подтвердили статус нашего города как самый творческий город с большим количеством кинолюбителей, который за один кинофестиваль уже традиционно набрал наибольшее количество призов. Которые участвуют в фестивале, оставаться и любителями, а может быть кто-то станет и профессионалом. Но в любом случае это здорово, когда люди что-то снимают и пытаются делать, это уже очень хорошо. Я желаю, чтобы самое длительное время существовал фестиваль «Время в кадре». Существовал, развивался и носил все новые и новые творческие ощущения. Кинофестиваль «Время в кадре» от Кищенки большой-большой привет. Вот старайтесь воплощать в жизнь этот ваш девиз, показывать время в кадре, наше время. Я желаю фестивалю любительского кино «Время в кадре» почувствовать, что это время будет самым счастливым временем в его жизни. Киновысказывания, тем более в современном мире, доступность носителей, доступность камер, скажем так, совершенно другого уровня, чем те же самые 5 лет тому назад. 18-й кинофестиваль любительских фильмов «Время в кадре» завершен. Награды нашли своих героев. Кубки и дипломы вручены. Аплодисменты отгремели. Пора задуматься о новых творческих планах. Творите, делайте, будем смотреть вместе. До встречи в зрительном зале.